На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Гомель» обыграл гродненский «Неман» в предпоследнем туре группового этапа Кубка Руслана Салея. В Гродно рыси отправили 3 безответные шайбы в ворота хозяев. На старте второго периода Александр Семочкин замкнул пас партнера на дальнюю штангу. Спустя 10 минут он же удвоил преимущество гостей. Денис Зайчик поставил точку, поразив пустые ворота соперника за полминуты до финальной сирены. В заключительном туре группового этапа Кубка Руслана Салея Гомель завтра сыграет в Жлобине с хоккейным клубом «Барановичи». В турнирной таблице группы А гомельская дружина располагается на втором месте. 6 команд из Беларуси, Украины и Армении примут участие в турнире по мини-футболу «Кубок дружбы». Соревнования стартуют завтра в гомельском спорткомплексе «Локомотив». На групповом этапе гомельская БЧ сыграет с чемпионом Армении ереванским «Лео» и бронзовым призером украинского первенства «Киевским хитом». Другому представителю нашего областного центра ВРЗ в соперники достались аршанские «Витены», четвертая команда украинского чемпионата «Энергия» из Львова. Именно эти две последние дружины и откроют турнир очным поединком, который начнется в 16:00. В 18:30 на паркет выйдут БЧ и «Лео». В четверг и пятницу также пройдет по 2 матча группового этапа. Время начала в 16:00 и 18:30. В субботу, 17 августа, состоятся стыковые поединки. Матч за 5-е место начнется в 11:00. В 13:30 команды оспорят бронзу. Финал стартует в 16:00. В Могилеве завершился Кубок и чемпионат Беларуси по стрельбе из лука. Команда Гомельской области заняла 3-е место в общем зачете. В личных состязаниях представители нашего региона на пьедестал почета не поднимались. В командных соревнованиях у женщин бронза. Мужчины остановились в шаге от пьедестала. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».